Можно ли подарить чудо? Судя по невероятно счастливым лицам детей, которые пришли на праздник в районный культурный комплекс, можно. На благотворительном концерте «Рождественское чудо», который по традиции завершает одноименную акцию, присутствовали дети и семьи, которым чудо в жизни просто необходимо. Это праздник, на который приглашаются детки из детских домов, социально-реабилитационных центров, дети с ограниченными возможностями. То есть все те, для кого собирались подарки в ходе акции. Собирали подарки, как говорится, всем миром. В акции участвовали школы, предприятия, благотворительные организации. Подарки упаковывали прихожане храмов, покупатели гипермаркетов. Это акция, что называется, проводимая всем миром. Потому что подарки, во-первых, собираются в трех территориальных образованиях. Щелковский район, Фрязино, Лосино-Петровский. Таким выступаем единым фронтом. Для многих семей этот праздник – возможность пообщаться, обсудить проблемы и радости. Ну а тем, кто еще не получил долгожданный сюрприз – возможность обрести его в новом году. Для детей это продолжение новогодних праздников, которые, по сути, волшебны и чудесны. Тебе весело? Да. А что тебе больше всего здесь нравится? Больше всего тут нравится... Елка, персонажи сказочные. Здесь очень весело, все так, новогоднее настроение. Сейчас вся такая суета уже школьная, а тут такой праздник. Вкусные угощения, подарки, яркая анимация, выступления артистов и творческих коллективов – это то самое чудо, которое ощутили все пришедшие в этот день. А ведь если задуматься, для счастья нужно мало, чтобы тебя любили и окружали добрые люди. И немного чуда, совсем немного. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».